Шандор Иванович, Клинтон Эквидослав Кулин, Владимир Быков. Внимание на боевое поле. Мастер спорта Украины, абсолютный чемпион Украины нынешнего года по конкуру Владимир Быков и его квартет Денис Филипс. Будет Михаил Филипенко. Шандор Иванович, время прохождения 100,13 секунды, штрафных 8.
stav na sobě si kudečí věřte. Byl to Rusy, měli na dětka. Tak byl slav.
ascolta questo numero di classe, Vasily Zaitsev, il tuo partner, con Kreska Shoska, Sosteo, Пули у Виктора Мерка. Грегорова прошел основной гид за 102,96 сотых секунды, 4 штрафных. Кольт Василий Зайцев. Внимание! Чего дают, а империя просто.
от этих многих призов и наград, от этих Кубка Ника, победитель национальных международных соревнований Руслан Абуратов, член ОРК. Виктор Попенко, 106,19 секунды, 4 штрафных. Представитель Томского спортивного клуба «Авторитет» в команде видеооператора
проходит онлайн-трансляция Гран-при. Разъем Гречко, его партнер Крета Олин, с сам подходом. Внимание. Константин Бой. Время 93.89.0 штрафы. Thank you.
abbastanza grande massa ascolta, quindi non una massa quindi crescente, quindi una più obesità. Come per esempio il mercato. Per sapere come il prossimo distanzio la sua vita, la scoperta per rizzettire ciò che secondo le nazze tra te. Thank you.
Это были сна. В поле Владимир Кулька. Результат выхода Кулька. Время 120.85. Сумма штрафных 8. Результат Владимира Быкова 89,49.
są tych cztery sztafnych zamykowało. Thank you.
with your children. И сюда. 55-88 сотых, ноль штрафных. Было времени 62 секунды. На старте перекрышки Грегори Рабен. Аслан, это не достаточно. Thank you.
правитель, обладает медалью высшей пробы, а также она красивейшего кубка. Открытого турнира по преодолению препятствий Эпидос Клаб становится главный тренер этой прекрасной базы.
Дина Бойко, директор турнира. Давайте все поаплодируем Диночке за проделанную работу. Она собрала нас здесь всех. Она приложила максимум усилий тоже, чтобы этот турнир состоялся. За ваши теплые улыбки, за ваши идеи и материнские тепло. Спасибо, Диночка. Аплодисменты. Дина Бойко! Всем операторам спасибо большое, вы провели большую работу, и мы надеемся, что мы все попали в историю, и легче из 50 мы сядем к миру.